Я понедельник не работаю, они приехали. Ну что, молодые люди, наснимали? Ну. Толку не будет никакого, да? Снимать до 4 разрешение. Так если вы хотите долги собрать, надо было сразу организовать пункты разбора и посадить специалистов. А вы за них не долги ждете? Людей собрали? Базар устроили? А теперь вы ждете разрешение? Нет, а почему не за них? У меня нет таких полномочий. Вы балдеете от того, что мы стоим. Хорошо. Если нет полномочий, зачем собирать в одном месте? В одном месте. Мне дано указание, я исполняю указание. А почему вы не дали по полковку отдельно? Почему мы открыли пункт этот? Вообще не посмотрите. Укрепление сбора. И никто бы тут не трепал, ни себе, ни вам. Весь город толкали туда в одну почту, как мусор этот. Денег нет. Деньги есть, и помещение есть. Ждем информацию от фонда. А от кого информацию вы ждете? От кого? Чтобы люди умерли. Подождите. Еще раз. Нам от этого не легче, чем информации. Как выборы голосовать товар. Как выборы давать голосовать. Как в очереди с утра стоим, 6 часов. Нормально. Дважды и не мне. Дважды вызывали. 112-205. Сегодня. С полдесятого. Человек 500. Проходите, вот снимайте жаркий репортаж самый полный. Плохо организовано, хотя бы где-нибудь в вагоне, что люди спокойно могли прийти. Собрали порядка 500 человек, старые люди, пенсионеры, инвалиды. Все замерзли, по часа полтора, по два стояли на улице, потом в холле. Это издевательство. Неужели такой... вопрос решился, потому что у меня переплата. Будем говорить, неужели такой нищий фонд, югорский фонд капитального ремонта, что не могут за людей, которые несут золотые яйца. Всего доброго. Здесь очень пробежимся, съедем.